В Московском молодежном центре «Планета КВН» прошел очередной отборочный этап финала Центральной лиги Москвы и Подмосковья. «Лампа», как ласково прозвали ее КВНщики. Сборной из Чебоксар под названием «Чувашем» удалось пройти финал. 172 команды были соперниками Чуваши, из них только 6 заняли свое место в финале. Лев Сердцев, Родион Мизюк, Павел Валиулин, Олег Ремизов. Для этих парней КВН не только работа, но и любимое хобби. Каждая игра своего рода испытание. Строгий отбор шуток, зал полный болельщиков команд соперников, а самое главное – сцена, на которой до них выступали настоящие мастера своего дела. Такая обстановка закаляет характер, формирует стремление поддерживать высокую планку и мотивирует работать еще больше. Собирались здесь каждые выходные. То есть в течение лета сборы, да? Да, сборы были. Каждую неделю собирались. У нас был большой-большой список материала, но много шуток не бывает. А у вас на что-то другое, кроме КВН, остается время? Поесть. Покушать. Вместе со сборной на планету КВН поехали и болельщики. Около 80 человек изложили свои дела, чтобы зарядить энергией любимую команду. Как признается Эльдар Черкесов, эмоции, которые получаешь на игре, ни с чем не сравнимы. В зале я на самом деле попал вот в тот прям кайф, в котором я обожаю находиться, где куча молодежи, она просто кричит, поддерживает свои команды. Для себя, например, тоже поставил задачу, что на финал надо вывозить ребят из Чебоксар, то есть заранее подготовленную группу поддержки, одевать их в футболки чуваши, давать им разучивать кричалки и прям взрывать этот зал московский. После небольшой передышки парни снова примутся за работу. Расслабляться некогда, их ждет упорная борьба. Как и на региональном уровне, впереди Лига столицы, так и на федеральном, финал «Лампы». Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.